Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру по названием Секира, окей. Давайте я с вами быстренько. Улучшу выносливость. Не, атаку. Воспоминания обезьяны. Так, говорят, что если внутри тебя червь, значит ты так описал. Бессмертным с вами быть может... Ага, рев. Подожди, бессмертным, но для обезьяны такая доля должна быть... Должна была быть весьма одинокой. Быть может, трёх обезьяны стража был своего рода... Мольбой. Хорошо, атака усилена. Что теперь мы делаем? Так, а что мы делаем? Я знаю одну локацию, ребят, но там, короче, это, две обезьяны. Одна без головы, которая вот эта. И вторая... Черная, другая. Но они очень сложные. Так, переместиться. Важные места. Мысли. Идол недоступен, чтобы активировать... Смысле? Недоступен. Так, вот это... Мысли, ё-моё. Так. Походу все началось. После того, как я обезьянку кукнул. Кук. Мартышка. И все. Да, это будет жестко. Это все будет жестко. Ну, мы хотя бы макаку убили с первого раза. А, не, со второй собрал. Со второй. На самом деле макаку можно было убить быстрее с помощью копья. Там нужно как-то втыкивать было в голову, но когда он типа прыгает на тебя. Типа не отскакивать от него, а просто... Или отскакивать, я не помню. И втыкивать в него этот кинжал. И короче, мы таскаем червя и наносим ему намного больше урона. Окей. Когда же меня сменят? А никто не приходит. Так, стой. Как это понимать, во-первых? Так, что у тебя? 5 предметов. Ага, маску я тебе уже купил. Хорошо. А, это место с зомбями, точно. Так, а вот это уже пошло... Плохое. А чего ты боишься, парень? Ты же за мной... Ты ж меня не видел? Это хорошо. Вот это вот плохо, ребят. На замок, походу, напали. На замок-то, походу, напали. Ну, хотя... Да, походу, напали. GG. Ага, GG. Так, а куда ты идешь стоять? Если он идет на мост стоять, то я его угрохну.
Блин, какой-то жесткий. А, и все, ты стоишь, я понял. Так там что-то снизу горит. Я не хочу с ним драться. Резервуар осином. Все еще закрыто? Да, все еще закрыто. Нет, нет, все, все, все. Все, все, ребят, все. Я вас понял. До свидания. Или я не понял. Либо я не понял, что происходит. Так, переместиться. Что-то странно. Не открывается с этой стороны. Так, а как я еще туда мог попасть? Сейчас стоять. Переместиться. Замок Осина. Крайная Осина. Ворота замка... Да? Не помню уже. Я уже не помню. Блин, нужно было все-таки убить просто того. Воина в красном. И все. Мне кажется, проще было бы. Мне кажется, было бы проще. Весело. Эй. Так, может, кто-то из моих NPC что-то знает? Типа замуровали все, непонятно, что происходит, скорее всего. Хотя, смотря на того нитью, который пришел к нам. Ага, она здесь. Значит, нужно идти сюда. Орангутанг. Прибыли войска министерства. Вот как. Эти мерзавцы верны себе. Огонь еще горит. Эмма. Ответ всегда один. Я могу вырастить статуэтку Будды хоть целую вечность. Пламя ненависти не утихнет. Не удалось разве что сдержать его. Орангутанг? Что такое? Если этот момент настанет, я... Мне надо работать. До свидания. Так, окей. Что по опыту, что по деньгам. Опыт только жалко, если я потеряю. Светло, да? Стоять. Я ведь могу попасть в этот. С помощью вот этой пещеры. Если она работает. Круто. А причинам?
Мне по отношению, как обычно, ничего, да, не положили? Жаль. Ладно, переместиться. А у меня только одна. А вот, допустим, а если бы у меня не было бы открыто? Вот если бы мне... Ну ладно, давайте через этот вход я попытаюсь убить того ниндзю красного. А потому что у меня больше вариантов никаких нет. Мне только через него идти. А, так бы я все равно в этот не попал. В подземку. Точно. В принципе... А если бы я вообще их не... Ну, типа... Не разжигал бы эти костры. Вот интересно, что было бы. Хотел пойти я, получается, в новое место. Угу, пошел. Смотри, уже там. Отправился в путешествие. Ладно, плевать, будет хорошая, плохая концовка, все равно концовка 4. Единственное, то, что меня фризит. Фризить начинает. Вот, за что мне фризаете? Вот, видите, о чем я говорю? А ну-ка, может, я спрятаться могу? Опа, опа. Опа. Вот и все. Ни хрена, 600. Вот за что такие фрезы? Сноби. Они... В... Ру... Окей. Минус чел. Плюс драже. Минус чел, плюс драже. Тут закрыто. Теперь у меня все линейно идет. Точно, у нас еще 10 озера было. Как я мог про это место забыть? Так, леденец. Так. Чешуйка. А, то есть они мне мост сломали. Я понял. Драгоценная чешуйка. Но все равно, видите, типа я по сюжету сюда прихожу. Так, мне уже 9 чешуек. Так, нет, под воду стоять. Может, еще рыбку найду. Первое, чтобы ее не спугнуть. А во-вторых, чтобы убить.
Так, железо. Шар трофей. Так, это я куда открываю? Ага. А, думаешь, помню. Это проход. Ой. Ладно. Так сойдет. Ладно, убили ниндзю. Если он бежит, он бежит от чего-то ведь. Манать, что тут происходит? Так, ладно, на это здание еще залезу. Так, за тобой никто не гонится, ничего такого, что ты? Скорее всего, там кто-то слаб. Чё? А, да. Восстановлю эти тотемы. Да, они все-таки сломали мост. За что? Такие фрезы на этой локации, за что? Ха-ха-ха-ха. За него только 3 дали. Пипец, копейщик сильный. Он, считай, почти в соло разобрал. Хорошо. Ну, типа, знаете, и напали, и не напали здесь. На моих. Типа, да, ниндзя вторглись, но что-то не сильно уж. Так, а здесь у нас что? А, здесь я этих убил. Точно. Точно, точно, точно.
Масло. На поле. Ну просто я фрезы. Делай, что хочешь. Смотрите, почему здесь типа тогда не напали ни на кого? А здесь ворны убиты. Так, дрожжи. Приятель, я тебя понял. До свидания. Ни хрена их тут! Ха, хорошая западня. Пипец их там. Жопа. Посмотрел вниз, там их трое. Вы по одной прямой пошли? Оно ведь так и должно было быть. Как-никак я должен был упасть, да? Я убью. Ладно. А, так... А чё я боялся? Чего я боялся тогда? Если они такие хиленькие. Ясно. Я вот этого боюсь. Вот за что, смотрите. Да-да-да. Ой, ё-моё! Влево.
Отдохнуть, 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 отдохнуть. Монатик тут. Они что, и здесь тоже? Что такие фрезы мне? Я понимаю, что я могу по-быстрому наверх там пойти. Но я пока туда дойду. Бам-бам. За что? За что? Ну не хватит. Вырубайте фрезы. Да не могу играть. Не могу играть. Он вообще повис. Все отвисло. Так, где дырка, что мне кура открыл? Вдруг там будет босс наверху. Я хорошо тебя помню. Я слышал рассказы о твоем смерти, и все же ты здесь. Что ты замышляешь, Филин? Замышляю? Я бы никогда не посмел. Ну а теперь, мой господин, я прошу вас следовать за мной. Эта старая пташка желает лишь одного. Защищать божественного наследника от тех, кто может покуситься на его драгоценную кровь. Выходит, наследие дракона соблазнило и тебя? Тогда нам не о чем говорить. Уходи. Я бы с радостью, господин, но... Отсюда такой прекрасный вид, что я хотел бы полюбоваться им еще немного. Я уйду, когда налюбуюсь. Не хочу. Я ведь понимаю, что будет. Ведь только дай момент того, чего он хочет. И это ж произойдет, ведь так. Ладно. Он кто-то сдох. Все равно опыт мне некуда девать. Пока что. Отец, подумай только, вы не погибли. Это была моя задумка. Но тут можно сказать и про тебя. Я был уверен, что ты умер в ту ночь. Сила Божественного Наследника вернула меня к жизни. Точно. Что? Сила Божественного Наследника. Кровь дракона должна стать моей.
Отец, теперь ты понимаешь. Вспомни первое правило кодекса. Как твой отец приказывает тебе оставить господина. С этого момента он тебе не господин. Отречься от божественного наследника? Слушай меня, волк. Повинуйся, волк, отец, и останешь божественного наследника. Валяться. Следуя железным кодексу, оставить кура. Нарушить кодекс, остаться верным кура. Я не могу этого сделать. Что? Что? Синоби, дающий волю чувствам? Несмысленно. Какое жалкое зрелище. Почему? Мальчик, почему ты не можешь понять волю своего отца? Ты забыл кодекс Синоби? Кодекс должен определяться человечеством. Я решил так, человеком, как и мой господин. Да, это же... А сколько у меня монет? Блядь, монету, сука. Ты, блядь, монет, блядь. Блядь, монета, 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 монета. Монеты. Я про монеты забыл. Похоже, ты вырос. Хоть и немного. Быть по-твоему. Молодой волк. Ох, черт. Enough talk. Довольно. 400. Давно мы с тобой не были. А ну, не сдерживайся. Ни хрена. Все, я отъезжаю, да? Я отъезжаю. А когда мне атаковать? Во-во! Тихо, я хочу, знаете, что сделать? Вот это поставить. А, так у него еще есть этих две. Ладно. Хорошо. Ой, попал. Окей. Зачем ты кидаешь их?
Так, хорошо. Ой, тихо. Хорошо. Мне интересно, вторая фаза какая будет. Когда он кидает, вот над этим можно... Ах, черт. Давай, давай, давай. Я понял. Лучше не пиковать. Первое. Слушай твоего отца, слушай законы. Хорошо. Я не понимаю, что он делает. Он типа меня зас... Я засну от этого? Или сдохну? Ладно. Давай, давай. А, найс. Стоять. Мне хана, да? Ай, блядь. Я же... Ты лишь бродячий пес. А, ну давай, короче, в следующей серии с этим разберемся. С этим в следующей серии разберемся. Поэтому. Нужно будет еще вниз сходить, их там, где другие эти точки. Точки отметки. Давайте. Хотя можно сразу туда сходить. У нас же немного еще времени есть, немножко есть. Так почему я не могу зацепиться? О, неужели? Давайте я просто пройду. А, классно. Запомню. Зачем вот это вот? Так, он ушел, да?
Здесь что-то изменилось. Ага, Фелин сидит. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом все-таки закончим. Здесь больше ничего нету. Ну, там какой-то предмет был. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.